Всем-всем-всем привет с прекрасного города Измаила, это юг Одесской области и Украины. Смотрите, какая интересная вещь, вот здесь у меня птички все время садились и выклевали всю тлю, а вот здесь один маленький, вот смотрите, солнышко вычищает, но очень много тлей. Придется приступать к нам к обработке не только роз, но и других растений против вредителей. Очень долго. И в саду тоже уже на сливе плодожорка, а значит сейчас она будет на разных растениях, а также надо грушу, тут тоже тля. Вот закручивает лист. Все, пора устраивать, как сказала моя коллега сегодня в Измаиле. Будем устраивать сегодня Варфоломеевскую ночь всем вредителям, которые обустроились очень хорошо на наших садовых растениях. А также когда видео это будет уже в эфире, я сделаю раствор отдельно по 5 литров. Вот у меня есть два вида Скорадо М, это плодово-ягодные называются, и картопля. Но они доступны для тех, кто живет в Украине, к сожалению. Но есть в других странах, я уже изучала эти возможности, информацию, и ваши отзывы говорят о том, что тоже есть очень хорошие препараты. Но так как сейчас перепады температур, естественно, нужно чуть-чуть увеличивать количество биопрепаратов. Напоминаю, биопрепараты – это живые помощники, взятые из природы, только их там очень мало, а здесь в увеличенном размере, и они размножаются, естественно, съедают вредители, попадают то ли на самого вредителя, то ли с пищей, соком листика попадают внутрь, и там размножаются, и вредитель погибает, как колорадские жуки надуваются, как шары становятся, и лопаются, и засыхают, падают. Но для того, чтобы более эффективно использовать биопрепараты, необходимо использовать, вот у меня есть тоже, если это биопрепараты, значит, должен быть тестолип у меня, это тоже биоприлипатель. Потому что если химический препарат использовать, мы просто-напросто убьем наших помощников. Должен быть соответствовать вот такой препарат. Ну, каждая фирма, которая занимается биопрепаратами, они сразу же продумывают и о том, чтобы помочь биопомощникам в огороде, в саде. Поэтому вот этот прилипатель служит своеобразной такой пленочкой, в которой наши помощники живут более длительный период. И даже дождь не смывает. Вот эта пленочка прилипателей помогает биопрепаратам работать более долгий период. Ну и главное, сколько нужно ставить препарата. Ставьте больше сейчас. Я вот ставлю Скорадо М по 50 мл. И соединяю потом перед обработкой и тот, и убираю буквально все вредители, бабочки, жуки, все-все тлю, что находится на растении. И тестолип 15 мл на 10 литров воды. Вот такая пропорция, и очень важно, вот, чтобы не меньше. Не меньше, у вас просто-напросто эффект будет более плохой, и из-за этого многие разочаровываются, думают, что вот чуть-чуть поставил, и сразу же все вопросы решились. Помощники работают медленно, но уверенно. Вы сейчас смотрите это видео, а мы с Александром Федоровичем ходим по огороду и обрабатываем наши растения, несмотря ни на какую погоду, потому что вредителей много, очень много. Они проснулись, они изголодались из-за долгой, длинной, холодной весны и теперь готовы уничтожить любые растения, которые они встречают на нашем пути. А мы им этого не дадим. Мы защитим свои растения. Мы прощаемся с вами. До новых встреч в новых видео. Устроим Варфоломеевскую ночь сегодня вредителям. Пока-пока.